своему часто здесь выступаю. Я рада, что у тебя так много зрителей. И то, что я хочу сказать, наверное, совпадает с количеством зрителей сегодня в зале. Я с Олегом, ну, не практически, совсем не знакома, вы не поверите. Но просто я много-много-много слышала о нем и пришла сегодня именно потому, что я очень уважаю этого молодого человека за то, что он пытается и очень успешно пытается сохранить самое дорогое, что есть на свете, и за что нам еще надо хвататься обеими руками, за эту соломинку, это нашу культуру, это наши самые-самые исконные корни, из которых мы все вышли, чем упивали, что слушали, чем что пели за столом и слушали в концертных залах. Мне очень нравится, как он выбирает свой репертуар. Я просто сегодня сочла своим долгом прийти, не то, что его поддержать, ему поддержка не нужна, я думаю. Ваша поддержка вот здесь в зале вся сидит, его поддержка. А я просто пришла присоединиться к вам и поздравить его, и пожелать ему не останавливаться, не падать духом никогда. Где он? Вон он. Я желаю, чтобы Олег никогда не падал духом и чтобы продолжал в том же направлении работы, в котором направлении работает. Но это я уже могу долго на эту тему говорить. И я не могу просто так уйти, потому что в моем репертуаре тоже есть песни, ну, разные, лирические, нежные. Но есть у меня одна такая для меня совершенно бесценная и очень дорогая для меня работа в моем репертуаре. Мне кажется, что пройдут годы, но я совершенно не самонадеянно это говорю. Мне так кажется, потому что замечательные люди написали это. Замечательный романс Вениамин Баснер и Михаил Матусовский, и я его спела. Но пройдут годы. Спасибо. Я хотела сказать, что пройдут годы, и забудут, кто его написал и кто спел, а он останется.
У нее пронзительные слова,
А мелодия почти что возвышенная, она возникает с рассветом вдруг. Медлите, брать необученная, она как надежда из первых рук. Она как надежда из первых рук. Она как надежда из первых рук. В дар от природы полученная, из двери к дверям, из окна. Чему суждено, только она останется. Песенка короткая, как жизнь сама, где-то в дороге услышанная. У нее пронзительные слова, у нее пронзительные слова, у нее пронзительные слова, а мелодия почти возвышенная. Thank you.
удачно все. Да. Я рад объявить следующий номер программы сам. Среди друзей, которые сегодня здесь, они мне все дороги-дороги равно. Но есть люди, которые со мною всегда. И большая часть моего времени, рабочего, конечно, в основном, но почасто свободного, поскольку свободного времени у артистов фактически нет, достается именно этим людям, и мне от них достается, соответственно. Сегодня я счел возможным просить Игоря Урьеша и Мишу Михаила Радюкевича выступить не в первом, а во втором отделении концерта с их поздравлениями, с их номерами. У рояля Игорь Урьеш. Не только сказать, что я испытываю всегда большую радость, Олег, работая с тобой, вот, но к этому хотелось добавить, что вот, лично, на мой взгляд, уже сегодня Олега можно назвать не просто молодой известный исполнитель старинных романсов, а к нему можно предпослать, причем без всяких оговорок, все те эпитеты и определения, которыми дореволюционная пресса награждала таких звезд, как Варя Панина, Анастасия Вяльцева, Надежда Плевицкая. И я хотел бы к этому добавить, что совершенно естественно, Олег, что твое искусство будет еще больше обновляться, еще больше обогащаться, это понятно. Вот, но лично вот мои, и думаю, что не только мои, а и многих в этом зале, поиски прекрасного завершаются тогда, когда мы слышим тебя. Я позволю себе сегодня сыграть прелюдию в подъезд минор Сергея Рахманинова. Thank you.
и гонит ослепительной лазури птиц дальних караван. В банановом лимонном Сингапуре в буре, когда у вас на сердце тишина, вы брови темно-синие на хмуре скучаете одна. Там, там, тарайдам, ра-та-та-тарайдам, тарайдам. И сладко вспоминая иное небо мая, слова мои и ласки, и меня. Вы плачете и это, что наша песня спета, а сердце не согрето без любви огня. И сладко замирая под крики попугаев, как дикая магнолия цвету. Вы плачете и в это, что песня не дает, что это лето где-то унеслось мечту. Там, там, тай-ри-дам. Когда под ветром клонится банан, вы грезите всю ночь на желтой шкуре от боли. Месья в банановом лимонном Сингапуре в буре, запястьями и кольцами звеня. Магнолия в тропической лазури, вы любите меня. Я обожгу и утомлю тебя лаской огнем, и обожгу.
Вы слушаете, я понимаю. Романс принадлежат Александру Сергеевичу Пушкину. И под знаком его имени, наверное, это звучит банально, это звучит избито, но тем не менее проходит все вот уже почти 2,5 столетия нашей культуры. Мы ему почти всем обязаны. И поэтому вот предыдущая песня – это и поклон Александру Сергеевичу Пушкину. Следующим. Спасибо. Следующим номером Миша выступает соло. Прозвучит та вещь, которую я очень-очень люблю, и я просил его сегодня исполнить эту вещь. Альбенис Астурия. Thank you.
будто сонная фантазия. Каденца сэмпе, или тута вида мия, че воли седичере, ма ноче сачери. Замирая, навстречу стремится, легко и свободно, без всяких усилий, льется серебряный голос России. So die.
the grape are singing the song. Death has come soon to crush us along. Sweeter than honey and bitter as gall. Love is a pastime that never will fall. Sweeter than honey and bitter as gall. Sur l'air qui m'a reconnu.
Ходит пением за дама, что напрасно ночь за ночь жгли. Если мы покончили со старой, то и ночь один отошли. Да. Сегодняшнего концерта. Это мой старинный друг, вместе с которым мы тоже учились. Сегодня очень много слов, вернее, это почти все, что я говорю сегодня, так или иначе связано с театральным институтом, с тем учебным заведением, протокольным языком, выражаясь которому мы почти все вот, из тех, которыми мы учились, я, во всяком случае, обязаны едва ли не самым главным нашим профессии. Сегодня вместе с нами в концерте принимал участие Евгений Дьяков. По небу
садов. Всегда хочется продлить, вернее, иногда вдруг хочется, чтобы они длились постоянно и не прекращались. Для меня сегодня очень радостный вечер. Вот, я думаю, это понятно и без всяких объяснений, это понятно потому, не потому, что сегодня какой-то праздник, не потому, что это какое-то значительное событие, а потому, что сегодня я получил от вас, от всех, так много радости, любви, что в этом, наверное, состоит. В этом состоит счастье. Из этого состоит счастье. Спасибо вам огромное. Спасибо. В начале сегодняшнего вечера Гена Ветров, который вел программу первого отделения, сказал спасибо, что ты живешь в этом городе. Это звучит приятно, конечно, но странно. Я думаю, что без этого города меня бы просто не могло быть. Здесь, наверное, вся суть моей жизни, возможно, вашей жизни, те, кто живут здесь, те, кто родились здесь, те, кто любит этот город. Этот город — это мы сами. И я благодарен тому, что мне выпал шанс родиться, жить здесь, жить вместе с вами, самыми прекрасными, чудесными людьми на всем земном шаре. Спасибо!
заканчиваем сегодняшний вечер следующим романсом. И всем вам я желаю такого же счастья, которое сегодня испытал я. Твоих небес.
в сердце.